Больше 180 писем Деду Морозу отправили юные химчане. Ежегодно в отделении почты на Московской 18 устанавливают специальный ящик с адресом Дедушки Мороза. За такими отправлениями сотрудники почты следят с особой заботой. Когда производится выемка из почтового ящика, да, то есть обязательно проверяется, если отсутствует адрес, мы обязательно его дописываем, да, то есть и направляем Великий Устюг по адресу Деда Мороза. То есть все письма в любом случае уходят, то есть они никуда не деваются, они идут по направлению Великий Устюг. Новогодние праздники – горячая пора для сотрудников почты. Многие заказывают подарки, отправляют поздравительные открытки. Объем посылок увеличивается в несколько раз. В этом году отделение почты не работало только 3 дня – 1, 2 и 7 января. В остальные дни в обычном режиме. Все отделения связи работали, да, то есть мы рассчитывали на определенный пик, да, сейчас люди снова возвращаются к традиции, отправляйте письма и посылки, и бандероли, поэтому все отправления были приняты, отправлены в срок. Были полученными адресатами, да, то есть за праздничный период в наших отделениях было выдано больше 4000 посылок только, да, то есть это у кого-то были и подарки, да, то есть и какие-то другие отправления. Кроме посылок, в период праздников в химкинских отделениях почты было принято более 2000 заказных писем. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.